Утрышко. Но уже не утро, уже к обеду дело. Утром был йогурт. Потопала. Все опять та же русская улица. Все дороги идут сюда. Вот. Не думайте, что здесь хорошая дорога. Здесь тоже такая же мука. Везде их делают. Едешь, стоишь. 5 метров едешь, 10 стоишь. Конечно. Полная мука. Полная жопа. Вот, пипикнули на звоночек. Остановился. Транспорт. Приехала погулять к центру Марина. У них он концерт какой-то видно будет, столько стульчиков. Елочки везде уже. С Новым годом. Прохладненько, как? Ой, какая красота. Сумочки продают всякие. Сетки, авоськи. Авоськи ни хренаськи. Какие-то кошечки. Что это? Сумочки. Бананы сушеные. Очень много. 259. Сумочки прелестные. Хендмей написано. Шарфики. Single. А сколько? How much? 50. Да. Все классно. Старшики по 100. Сумки какие. Вундерленд, это детям играть. Сумки. Всякая китайская хрень.
Может, она и тайская, мне кажется, китайская. Здравствуйте, капун краб. Носочки. А вот-то связаны, какая красота. Сами вяжу, сами дают. Также штаны эти везде со слонами. Видите? Красится. Татуху сделать, вот здесь вам сделают. Поесть картошку. И рубахи. Надо съездить наверх. Сейчас посмотрим, что наверху у них там. Здоровые. Массажные. Здоровые, массажные. Смотрите, сколько рюмок, фужеров. Обалдеть. А здесь галерея. Пять рюмок. Сколько же тут задействовано рюмок? Из них сделана сеть. Красота. С ума сойти. Должна так придумать. Девочка рисует. Тут танцует. Так. Переход. Вот. О, прохладненько. Сейчас замерзну, как всегда. 56-й, это что за размер? Какие кроссовочки всякие. Вон оранжевенькие, хорошенькие. Кроксы. Ой, вот эти славные кроксы. Цена у этих кроксов. Сколько? Нисколько. Вот. Тысяча 560. Кепка настоящая. Все идет Adidas. Там Nike была, а теперь Adidas. Вот. У них 40% скидки. Центр Марина. Вот оно, видите, сделано бело-голубых. Шорты. Здесь массажный салон. Кресла стоят, я не выйду. Хорошо, не знаю, как у нас, но у них в любом торговом центре можно зарядить. Можно?
Ой, как красиво. Во. Обалдеть. Рами девятый. И жена его, да? Королева его, да? Очень красиво. Год. Вот сейчас вот такой год. 2566. О, красотка. Ой, очень красиво. А слоны-то? Ой. Опять массажное кресло, не знаю, за какие они денежки. Никто не говорил. Там еще куда-то проход есть. Так, здесь бананы, опять телефоны продают. Если у них скидки, то у нас хренушки. Камера люкс. Осмо Покет. Вот он, Осмо Покет. 21 900 на 3 умножим, будет 60. Ой, 21, ну 66. А в Китае человек, который брал, сказал 38, но я насчитал 46. Ну, здесь игрушечки можно за 100 бат выиграть. Вывалится шарик с игрушечкой. Маленький 799. Да, ну, можно тут поспать. Вот как хорошо. Если посидел, поспал. Бикси. Мелочь. Hello. Бикси сервис. Часы. Косюм. Бухгалтера тоже дорогие, 290, 150 самый дешевый. Сутонская. Вот холодильники дешевые. Компы. Компы. 14 900. 15-45 тысяч. Ой-ой-ой. Вот это 63. 63. Фиги, пылесосы. Ой-ой. Охренеть можно. Туда только класть, не знаю. Тапки, круксы. И, наверное, игрушки. Мне точно надо есть идти. Шорты за территорией. Футболки. Теперь пойду есть, потому что пахнет едой вкусно. У меня вырабатывается условный рефлекс. Салат из крабовки. Это папайя салат. Орклар. Чикенс с рисом, спайси, офис, чикенс, суп.
здесь у них также карта кэш. Сейчас хочу вон тот супчик взять. Где он? Вот он. Хочу взять супчик. No spicy, да? 55 тоже no spicy? Вот номер 3. Тоже no spicy? This little bit spicy. Spicy? No. No spicy. Это курица? Женщина, какой Арой Макмак? Она сказала, что Арой Макмак вот это. Я говорю, это спайси. Она говорит, ну, спайси, но вот это Арой Макмак. Значит, это вкуснее. Сейчас посмотрим. Он мне его приготовит. Ага. Арой, Арой. Сейчас буду Арой, Арой. Арой, Арой. Арой, Арой. Сейчас посмотрим, как Арой, Арой. Это все положили, видите, вода готова, лапшу, бульон, курица, чуть-чуть зелени, что-то там еще сейчас посыпали, какие-то приправки. Вот, сейчас буду есть. Соусы. А здесь соусы всякие острые. А ты смотришь, то значит вообще не соленый. Докладывала сейчас соусы, соль немножечко. Ну, вкусненько. Вкусненький бульончик такой насыщенный. Не химозный. Наелась вообще супчиком. Такой вкусненький. Молодцы они. Быстро раз лапшу растворили, нарезанное мясо накидали. И вкусно. Смотрите же, у них просто кинотеатр. Ой, как красиво. Вот так пришел, сел и ждешь. Везде такая красота. Какие молодцы. Я всегда говорю, китайцы молодцы, тайцы тоже молодцы. Так, еду вниз. Тут какая красота новогодняя. Мороженое. Ледвин. 39. Да, дорогие, тут вкусняшечки, хочу вам сказать. Такие картины объемные. Обалдеть. Кролики, семья. Сумочки. Наверное. Она с головой трясет. Одну берешь, одна бесплатно. Одну берешь, одна. А, это меховая, такую не хочу брать. Подарок. Еще 290. Одну берешь, вторую в подарок. Это получается по 645 рубашки. Ну вот. Кафе Амазон. Кофе, кто любит. Сюда бегом. Всякая мелочевка, салфеточки. Прелесть. Есть.
тут тоже паровоз ездит. Тоже ездит паровоз. Автоматов, как в Китае, очень много игровых. Кэш-карта. Тоже еда вон есть. Ага. То есть тоже кэш. А здесь что на кэш? Тут я поела. Тут, может быть, мороженое есть на кэш. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Может быть, есть, а может и нету. Вкуснятина какая. И выбора больше, чем поверху. Да. Ну ладно, я же не знала. Да, долбала меня эта батарея. Сидела 2 часа тут, зарядила ее. Не успела отойти. 50%. Таиланд. А куда я вышла-то? Я говорю, в этот раз рассказывал мне, кто тут давно живет, говорит, они могут жить в хибаре, но машина у них должна быть. Фортуджин. Именно машина. Ну-ка. Посмотрю с той стороны. Вроде как у Тимы. Здесь видно какая-то база оптовая или что это. Сейчас прочитаю, переведу. Когда в здании находишься, вообще не понимаешь, о, какие-то склады, видимо, все тут у них есть. Что ты находишься это в холоде. А когда выходишь на улицу, и на тебя тепло, вот прям дышит. Ой, я не знаю, у нас когда только в июле может так дышит. Сразу так хорошо вообще. Так приятно. Центр Марина. Парк. Надо пойти его, чтобы найти выход-то отсюда. Гранд Палаццо, отель большой. Ну и вот домики, как всегда, конечно. Большой, маленький. А там заходила я явно не тут. А где? Здесь, по-моему, заходила. Нет. Я заходила там, где много этих сидений. Где это? Не знаю. А я со своим географическим кретинизмом опять не могу понять, где вход, где выход. Где? Не знаю. А где спуск-то? Могу найти спуск вниз. Но ёрушкин кот. Где вниз-то ехать? А вон мимо прошла, не вижу. Прошла мимо. Я что там была или что или не была? Я уже вообще запуталась. А здесь видно для любителей чанга. О, видите, чанг. И все с этим чангом. Концерты все до них. Я иду до терминала 21, потому что оттуда ориентируюсь, как уехать. А с другого места вообще не ориентируюсь. Пойду туда.
Не надо чихать. Это плохо. Когда чихают. Не надо. Индийская еда. Здравствуйте. Полицейский. Дедушка такой. Здравствуйте. Алло. Куда я приперлась?